Друзья, всем привет! Сегодня видео начинается не как обычно, с тренажерного зала. Сижу я в комнате приема пищи, уже покушал, настраиваюсь на тренировочку, минут 10-15 еще проходит. И начинаем. Пристегивайтесь поудобнее, колотите свой любимый напиток. Сегодня будет интересная тренировка тармрестлера, воркаутера, жимовика. В общем, все понемножку. Хочу сегодня потворить немножко такой дичи, как раньше, движение силачей старой школы. Я хочу поподнимать подъем зерхера, подъем саксона. Одной рукой немножко потолкать. В общем, сегодня будет необычная тренировка. Лучше ее не повторяйте. Идем разминаться потихонечку. Начнем с подъема саксона. И будем смотреть дальше по зерхеру, как пойдет подъем зерхера. Начинаем с 30 килограмм. Яна решила тоже попробовать. Так, вперед только смотри, да, встаешь. Оп, чуть выше пояс. Вот туда, да? Корпус вперед. Одну руку засовывай, чуть-чуть подкатывай ее вперед. Оп-оп-оп, да, я отсюда запрыгаю, закидывай. Давай-давай, еще чуть-чуть. Оп, все, берешь и выталкиваешь. Оп, хорошо. Да бросай. Сложно было? Не? Добавляю? Второй подходик, 60-й. Все получится. Оп. О, хорошо, чуть выше, корпус вперед. Выше, выше, еще закатывай. Оп. Одну руку ставь. И тут не спеши. Оп, оп, оп. Еще чуть-чуть. Ну, легко. Осталось толкнуть. Оп. Сильнее, сильнее подсаживайся. Сильнее ногами, ноги сильные, толкай сильнее. Бросай. Просто бросай. Бросай, не боись. Тренер фитнес-клуб «Спартак». Да? А что там на спине? Ого. Червона. Машина, 50 килограмм. Нет, ты сделала. Толкать не обязательно. Я на первый раз сегодня пробовала подъем саксона. Расскажи, как тебе? Я дурна. Один желающий. Подсаживайся сильнее. Закидывай одну руку. Оп, еще сильней. Давай плавно, спокойно добавляй. Оп, оп. Выталкивай. Можешь не толкать, смотри, как тебе хочется. Все. Эч, погнали. 80 килограмм, попыточка. Давай, давай. Сейчас такой пояс взял. Так, нужен второй пояс. Так, нужна страховка. Лайфхак, одеваем его под низ, чтобы она не мешала. Чтоб никто не видел. Да ну вырежешь потом. Сюда его 80. Хорош. 40 килограмм. Оп. Только не спеши, пока удобно, так делай. Корпус вперед сильнее закинь. И по одной руке передвигай. Еще, еще, еще. Достал, достал.
Только не жми, а силушкой толкай. Когда сделаешь, бросай, не держи. Прям подталкивай. Оп. Хорошо, есть. Как 40 пошло? 50 пробую. Да? 90 килограмм. Попыточка. Сюда его. Так, последствия саксонанской нет. Нормально, бывало и похуже. 90 пошло, переходим к соточке. Это прям максимальный вес, который я пробовал делать, 100 было. Но 90 в принципе неплохо, думаю, можно пробовать сотку, а там можем. А там уже 120 рядышком. Пускай сотка зайдет для начала. Погнали, соточка. Хорош. Осталось толкнуть. Давай. Видите, друзья, как получилось? Получилось сделать 100 килограммчиков. В принципе, я доволен. Аж руки трусятся. Получилось так, что парень из зала, плюс наш тренер, девочка Яна, тоже захотели попробовать. Так что, ребят, давайте так. Силушки уже нету почти. Все на соточке осталось. Напишите в комментариях, если вам понравилось это видео. Давайте сделаем так. Собираем 1000 просмотров. И сразу же я кидаю. Ну, то есть я сейчас дотренируюсь, доснимаю. Это был подъем с Аксона, 100 килограмм поднял. И сразу же я выложу видео с подъемом Зерхера. Подъем Зерхера. Раньше я поднимал 170. Посмотрим, сколько пойдет сейчас. Поэтому еще раз, кому понравилось видео, напишите в комментариях, как вам такой формат. Качаем под музончик. У меня руки трусятся неимоверно. Поэтому спасибо за просмотр. Всем пока.